Всем привет! Я продолжаю рассказывать про ремонт в однокомнатной квартире. И в ходе демонтажа подошли мы к такой, ну скажем так, проблеме. Нужно демонтировать кабину гипсолитовую. Вот здесь я уже начал демонтировать, то есть видно, что это гипсолит. И он армированный. Это кабина сантехническая, совмещенная, туалет с ванной совмещены. То есть она полностью квадратная идет, вот, плюс потолок, да, он потолок существенно ниже, чем основной потолок в квартире. То есть почему нужно демонтировать, вернее даже желательно, да, не все хотят демонтировать, но почему желательно это сделать? Ну, первая и самая основная причина – это потому, что здесь 99% случаев, что стены не в уровне. Да? То есть, чтобы это исправить, нужно демонтировать, либо выравнивать с помощью штукатурки, что, ну, не очень хорошо. Это сузит существенно комнату, и так маленькую. Следующее – это то, что углы здесь не имеют 90 градусов. То есть, когда вы будете ставить ванну, здесь не будет 90 градусов, и, соответственно, вы не сможете поставить нормальную ванну. Либо это надо будет, опять же, вот как я говорил, штукатуркой все выводить. Это очень большие слои. То есть, здесь нет 90 градусов, и когда мы будем монтировать уже другие перегородки, мы будем это учитывать. Кроме того, здесь за ней идет уже капитальная стена, и вот это пространство, оно никак не используется. То есть вот этой стены вообще не будет. Соответственно, прибавится там, конечно, незначительно, 5 сантиметров, но они прибавятся, и это плюс. Вот. И, как я уже сказал, здесь уберется потолок, вот низкий, да, будет выше. И вот здесь перепад, существенный перепад уровня пола, тоже он уберется. Вот. По этим причинам нужно демонтировать вот эту кабину гипсолитовую. Хотя это достаточно сложно и трудоемко. Все, спасибо за внимание. Смотрите продолжение, как будет происходить сам демонтаж.